Расскажите, пожалуйста, как прошли ваши каникулы? Ну, а теперь серьезно. Что ж, каникулы запомнились очень крутым салютом, который мы запускали вместе с друзьями. Вот таким было ожидание. А вот такой была реальность. Да ладно, это не главное. Главное, что все остальное время каникул было посвящено исключительно саморазвитию и полезному занятию.